Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роуз, и это прощальная серия с The Binding of Isaac. Да, вы просили меня записать ролик по новому обновлению, поэтому почему бы и нет, потому что мне тем более есть что по нему сказать. Как вы видите, мой Isaac выглядит уже не таким забитым на заставке, потому что я очень много играла без записи, я думала, что серии больше не будет, но, как оказалось, нет. В общем, у меня практически все открыты, я всегда играю вот этой вот женщиной. Итак, если сейчас будет уровень... Нет, сейчас будет не тот уровень. Ладно, подбираем. Короче говоря, получилось так, что я очень много чего уже открыла, далеко уже довольно-таки прошла, много раз убила мамочку. Но новое обновление — это просто бешенство. Честно говоря, оно меня раздражает. По какой причине? То есть меня бесят пауки. Вот серьезно, они меня так раздражают. Скорее всего, сегодня я вам их покажу и объясню, почему они меня раздражают. Потому что они лагают. Потому что они просто они застревают. То есть, если стоит камень, за ним стоит паук, то чтобы паук сдвинулся с места, нужно зайти за камень, то есть потратить немного своей жизни. И вот это просто меня убивает. То есть почему так тупо? Почему у него такой интеллект идиотский? Прям... Кстати, мне подарили это дополнение, я его не покупала. Не знаю, до какого момента мы будем играть. По-прежнему у меня проблемы с партнерством, с всякими нарушениями на канале, поэтому, скорее всего, буду загружать по 15 минут. То есть я не намерена сдыхать в этой серии рано. Я хочу вам показать весь профессионализм, которым я набралась за то время, которое я играла одна. Итак, люди, которые не любят Айзека, вот, не смотрят у меня его, говорят, сколько можно Айзека. Ну да, Айзеком я забивала все свободное время, ну что поделаешь, собственно говоря. Вообще, кстати, из всех штук, которые мне часто попадались, ну конечно, из всех штук, которые мне очень часто попадались, самое клевое это импакту или как-то так, которая стреляет такой вот ядовитой, что ли, слезой вдаль. Она, конечно, была хорошая, но в ней была невероятная проблема. Это в том, что когда враги близкие, вот эти вот зомби, да, которые бегают за тобой, с ним ничего невозможно делать, потому что они очень близко подходят, и слезы попросту оттуда не долетают. Вот, и меня перестали бесить всякие лари, монстры и так далее, потому что, ну, такая жесть там кроется дальше, что мне даже об этом говорить страшно, честно говоря. Я, кстати, пробовала пройти уровни с дьяволом, но туда вообще невозможно попасть лично мне. Я просто тут же дохну, просто тут же. Там куча просто мобов, потому что... И каждая комната — это какие-то враги. В смысле, не враги даже, а мини-боссы. Вот, и это просто меня убивает. Еще тут есть какой-то мини-босс, который как бы считается мини-боссом. Такой, как Гурди, только он такой... большой и гоняется за тобой по карте, но это просто ужасно. То есть, не знаю, что может быть хуже этого. Кстати, видите, нам везет, я даже не вижу ни одного уровня с пауками. Там же новая локация добавлена. Да, но ключа-то у меня нет. Есть здесь ключ? Ну, конечно, нет. Вот, смотрите, слева здесь появились Ace of Spice. Вот это вот слева всякие няшки можно подбирать. Что они дают? Черт вообще знает, потому что только от некоторых я вижу эффект. Что, какой эффект дает эта штука, я не знаю, честно говоря. Ну, не знаю, и все. Даже в группе, кстати, я выкладывала фотографии, где я... очень-очень круто выглядело, у меня куча всего было. Вот этот дрянной паук. Но это не тот, конечно, паук, не та разновидность, но он просто убивает меня. Он скачет далеко, во-первых, он прыгает на какие-то невероятные расстояния. То есть это как кляксы, только в 6 раз хуже. Вы же знаете, как я ненавижу клякс. А это бесячий ублюдок, вообще просто невыносимый. Итак. Ну, пока на самом деле ничего полезного, ничего интересного, очень жалко, потому что почему-то тут тихо. Когда я играю сама, мне вообще везет. Вот как только начинается запись, все. Извините, у меня голос немножко садится, ну что ж поделаешь. Вот вечно какая-то фигня происходит, когда я играю не сама, то есть вечно что-то мне с золотыми комнатами не везет, то с ключами. Когда я играю одна, мне все что угодно я подбираю, просто... все самое крутое, что только может быть в Айзеке. А ну, невезучая я. Что я могу вам сказать? Вы никогда, наверное, не увидите, как я дойду до мамочки. Хотя, может быть, сегодня мы туда и дойдем. По-прежнему мне интересно, что же в той золотой комнате. Тут еще появились комнаты,
на которых нарисован значок такой книжки. Я думала, что там только бесполезные книги, которые у меня вот это вот сердце регенерации, которое регенерирует, в смысле, одно сердечко отбирает. А на самом деле нет. Да что ж такое, голос, ты что, издеваешься надо мной? Отказывается со мной сотрудничать. Там очень много полезных штук, оказывается, можно подобрать. Почему-то я об этом, честно говоря, понять не имела. Не знаю, почему так получилось. Ах, ну как-то, знаете, вот тухленько, да, тухленько. Ничего не происходит. Еще вот эти вот дурацкие комнаты, которые отнимают сердца, появились, и вообще не понимаю, зачем они. Там лежат красные вот эти чемоданы, которые меня тоже, к слову, жутко бесят. То есть оттуда выпрыгивают либо два паука, либо какая-то совершенно бесполезная фигня. Вот просто непонятно, как это происходит. Ну, зря они, конечно, сделали обновление. Единственное, мне понравились новые мобы. Ну, возможно, они новые, а может, они не новые. Может, это мне так чисто кажется, потому что я вообще в Айзеке мало куда доходила. Помните, 10 минут, я уже была мертва. Вот. Ну, мне, кстати, перестало вести с ключами. Я обратила внимание, с этим новым обновлением у меня почему-то вообще ключи мне не попадаются. Просто вот как назло. Не знаю, почему так все плохо и печально, но не попадаются мне ключики никакие. Вот, и я все время пропускаю золотые комнаты из-за этого. Вот так и от грусть тоска. Ну, Ларри, конечно, вот он все время как мини-босс его часто мне ставят, но, блин, он бесполезный, чё, он же ничего не делает. И с ним легко справиться, особенно если мы хорошо прокачаны, то он вообще ядрить с одного удара нас убивает. В смысле, мы его убиваем, что же я говорю-то? Ларри вообще меня еще ни разу не убил, так, по-хорошему. Ну вот, попадаются, конечно, мне всякие няшки, я говорю, вот именно не сейчас. То есть, по сути, у меня ничего нету. То есть, что у меня есть сейчас? Ничего. Все, ничего. Я просто голенькая, голенькая. Никаких слезок особенных. Хотя, может, в золотой комнате там что-то и лежит, но у меня нет ключей. Попробуем тут какашки поразбивать. Ларри там занимается поеданием капрофильством, короче, занимается. А мы пока поищем ключи, может... Да не нужны мне ваши деньги, ну, пожалуйста, ну, ключик хоть один, хоть один. Ладно, Ларри, это невозможно, это до бесконечности я буду здесь сидеть. Вот такая вот грусть, видите, мы пролетаем в золотую комнату, вот там наверняка, вот наверняка что-то хорошее, но мне этого теперь не узнать никогда, в общем-то. Смотрим опять заставку. Очень-очень интересно. Вот, вот, отлично, мы попали в эти уровни, чтобы я вам показал. Просто не могу, просто раздражают вот эти... Я, конечно, понимаю, что эти мобы очень слабые, вот эти пауки в особенности, но вот они просто... просто невозможно. Ну, спасибо, ключик, ты мне как раз сейчас нужен. Отлично просто. Ну вот, эти вот папы-пчелы, вы же знаете, какая у меня любовь к папам-пчелам, и против них тактика, они стреляют вот так вот мимо, не по прямой, короче говоря, поэтому если встать где-то вот так вот примерно, то, ну, можно просрать, конечно, кучу жизни. О, как много ключей! Потрясающе! Как они мне сейчас нужны? Я буду плеваться зубами, yes! Причем вот эти штуки рандомные, они меня немного раздражают, потому что... Ты заходишь в комнату, проходишь другую комнату, третью, и эти зубы не появляются. То есть в какой момент они должны сработать, я не знаю. Но бьют они, конечно, сильно, если все-таки вообще бьют. Ить. Ну давай, ну уже, еще немножко. Фу, какие мы страшные. Вот, вот видели, зуб, все, проворонила зуб. Ни в кого не попало им. Ну как это так, это очень нехорошо. Во, еще зубы. Вот эти враги тоже такие чумачечи абсолютно. Ну, это ладно, они не такие плохие, как все остальные здесь. Вот опять папа-пчела. Пауки. Ох. Я вообще пауков терпеть не могу, а вот эти вот мелкие козлопастые козлы просто меня выбешивают, число. Нет, ну мы туда пока, конечно, не пойдем у нас. Мы еще не такие страшные, надо стать страшнее, что-то похуже подобрать. Вот только где? Где и что? Еще мне убивает паутина на полу. Да вообще мне не нравятся эти новые уровни. Я уже, наверное, достала вас это говорить постоянно. Но, блин, они реально просто раздражают меня. Вот эти вот какашки с этими прозрачными мухами вообще тоже невозможно же, ну. То есть куча всего бесполезного. Честно говоря, я даже не знаю, что именно они добавили, помимо того, что здесь появились эти новые уровни с пауками. Серьезно, я ведь понятия не имею.
поэтому не буду, наверное, говорить, что плохой как-то... Ну-ну-ну! Ну, конечно. Себя бы подзорвать не забыть обязательно. Да-да-да-да-да-да-да! Всех бы убить. Вот, видели зуб? Вот как это? Ну, я же подбираю суперспособность. Почему бы мне не все время зубами? Зубами-то пуляться. Ну почему? Почему так тупо? Идиотизм какой-то. Стой! Вот как видите, хреново у меня жизнь, потому что я постоянно базарю, и еще меня убивают одинаковые уровни, одноразовые, хотел сказать. Ну вот что же он прям в меня-то плюет, этого паука? Просто бесит меня. Вот я не вижу разницы, то есть подберу я эту штуку, ну и что теперь? И корт, я даже не знаю, как это переводится. Интересно, если я поставлю бомбу сюда, здесь будет комната? Ладно, да была не была. По-хорошему она здесь должна быть. Ну, конечно, сейчас прям, рядом прям золотой. Ну, о чем я думала? Конечно же, ни о чем. О чем я вообще могу думать, когда параллельно разговариваю? Ох. Ну, ничего, Айзек, мы справимся. Ну, как не Айзек, а Магдалин, Магдин, как ее там звать-то? О, добрый день. Добрый день. Вот эти вот они ужасные, эти да. Куча птичек, куча... Ой, как плохо-то все, боже мой. Ядрить. Ну, нетушки, это сейчас прямо, ага. Сейчас я проиграла. Ну, я прям даже не позволю вам этого со мной сделать. По той причине, что я должна... Ну, не позорьте меня перед моими подписчиками, ну. Давай-ка... Господи, я чувствую себя... Истинным Рэмбо, когда вот так отскакивает всего того, что здесь происходит. Yes! Сейчас мы справимся с кучей-кучей бесполезных птичек, пауков и всяких ублюдков. Все, вон все отсюда. Вот боюсь заходить вот туда, потому что мне почему-то очень часто прет на кого-то нехорошего. Кстати, с тем самым мобом, которого я так пересерила, в общем... Моба, которого я так пересерила, я, в общем-то, смогла пройти даже раза два. Вот это вот наподобие демона, дьявола. И вот, например. Ну вот и чё? Чё б не подождать-то мне было, но... Оу, ей-ей-ей-ей. Ну что ж все на меня-то идут? Вы же вообще идиоты глупые. Вы же не должны вообще в мою сторону приближаться. Вот это вот... Ну куда это я? Куда я постоянно иду? Вот я, видимо, очень хочу вам ничего не показать и проиграть. Потому что, ну, иначе что? Мы, короче говоря, умрем, и больше я не буду вам ничего показывать. Потому что, ну, что это такое? Уже довольно-таки неплохо 12 минут я поиграла, поэтому умрите уже. Давайте, я пойду азартными играми заниматься. Я очень люблю это делать. Не знаю, может, я это в этот момент вырежу, потому что я всегда здесь пропадаю надолго. Этого мальчика вообще что-то не очень люблю, он противный на самом деле. И ты доволен ты такой, ничего мне не дал. Я обычно тут много сердечек отвоевываю, но это, конечно, не всегда. Ну, что-то плохое, да? О, спидап, отлично, очень полезно. Давайте лучше на автоматике поиграем, потому что не хочу с этим мальчиком связываться. Он какой-то нечестно играет. Давай, что-нибудь хорошее, ну... Эх. Кстати, я что-то на вики этого Айзека так почему-то и не нашла, что делают все эти штуки, которые вот слева появляются. О, вот видите, вот для этого я сюда и захожу, чтобы побольше отвоевать сердечек. А потом взрываю все к ядрене фени, потому что в обратную сторону мне идти всегда лень. Ну что, пробуем? Tears down. Ну, это отлично. Кого взорвем? Давайте автомат... я что, не забрала там ничего? Тебя взорвем, друг. Может, ты что-то дашь? Мне один раз в 7-пистолете выпало где-то 5 сердечек из такого автомата. Ну, чудеса же тоже случаются. Я вообще азартная, поэтому все деньги проигрываю. Вот прям вот сюда. Еще монетка. Отлично. Ее монетка. Хо-хо, больше монет. Да! Ну, что же будет? Ничего, жаль.